С 3.30. Смог злой школьник сыграть твое соло? Как в целом живой состав говниды? Спасибо, значит, посмотрим. Это злой школьник с Моисеем играет теперь? Ну, школьник, кстати, гвоздит, да, который с этим, с телекастратом каким-то. Блин, ну Моисей и Николь попал здесь. Сейчас глянем, что у нас. Ну нет, нет. Ну, Моисей, кстати, поведение в плане металла просто шикарное. Воспринимается какой-то некий Ангус Янг, типа такой тоже, микс Ангус Янга с этой вот, с этим чуваком из гитар-клуба, который такой, ну, блаженный, с пеннивайзерской прической, и какой-то вот такой, да, короче, забавный. Поведение, да, прям харизматичное. Сумасшедшее, несмотря на то, что вот это вот полный непопадос здесь в ноты. Эти тапки все, как бы, да, ну обидно, что просто совсем уж не попадос. Если бы это был бы именно такой стёб, который... Стёб, ну, всё-таки с попаданием в ноты, да, было бы прикольнее. А так, конечно, это... Здесь по вокалу достаточно кринжово.